Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, приветствую вас, с вами ваш капитан Блэк Фалкон. Сегодня смотрю бой, который случился 30 марта, а именно бой между Каролиной Ковалькевич и Мишель Отошин. Сейчас будет знамена швед нашего позже Ковалькевич, я думаю, она победит решением Шули. Так, три раунда наш. Поставлю эту Алену, что ж, поехали. Так, боже, по нему на 3 раунда. Нокаут тут понятно будет, думаю. Но посмотрим. И первый фаверши. Мишель, КВТ, Квашотка, Отошин. 22 поединка, 16 побед, 3 победы надежным нокаутом, 9 болевым и 6 в положении у нее. This girl has such amazing takedown defense. It's so good to watch, and young fighters could do no better than to emulate the techniques that she utilizes in keeping fights on the feet. А вот и появляется Каролина Ковалькевич. 12 поединков, 12 побед, 1 победа нокаутом, 2 болевым и 3 положения. Все, что посмотрим, что получится. This girl has absolutely horrifying knockout power. A terrifying, terrifying thing to face someone like her inside the octagon, because all it takes from her is one shot to turn the lights out. Будет она уверена. Лошадь одинаковая, лошадь одинаковая. Все одинаково, какой ваш маховок. У Ковалькевич на 8 сантиметров больше. Навыка подшипляет их. She stands 5 feet 3 inches tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Albuquerque, New Mexico, the Karate Hottie, Mishel Otoshin. And now introducing her opponent, fighting. A mixed martial artist holding professional record of 13 wins, 4 losses. She stands 5 feet 3 inches tall, weighing in at 115 pounds, Carolina Govan. Смотрит она голода, не продает виду, что она в октагоне. Это наш Хелп Дин. И первый раунд. Начнем. Не стала Ковалькевич приглашать оппонентку. So here's the strawweight contender, the karate hottie Mishel Waterson. Started out in karate from a very young age, but at least when it comes to her mixed martial arts career, she's been very opportunistic with her submissions. 9 wins by submission, including the first 2 UFC wins. So, Joe, we'll see how she approaches this stylistic challenge. That strike will count. Пока что так осторожно начинает девушка. Сколько уже Ковалькевич? Неплохо. Апперкот. Паузу бьют. Выпускается Ковалькевич. Ковалькевич.
Мимо. Пока что действий активных не так уж и много. Влад Ковалькевич. Мимо Отошен. И попадает Отошен, Ковалькевич подключена. Хук. Мимо. Just inches away from landing one of those big right hands. Покажи вот Ковалькевич. Да, это отошел. She's going back to that patented straight right hand, unable to connect. Вок. Попытка нанести удар ногой, не выходит. Такой пока что пассивный бой. Да, сейчас Ковалькевич. Мимо Отошен. Поймала ногу Мишель. Мимо. Really swung everything into that kick, but fell short. Excellent feint with the kick. Влад Отошен. Хук. But at what cost? She has shown an increased susceptibility to head kicks by moving right into her opponent's range. That one landed, it landed flush. Let's see if she can adjust. Влад Тонина. Хоть какие-то активные действия начинаются. Неплохо. Удар с ноги от Отошен. Опять пауза. Тоже дал попытка тейкдауна. И жевал вот на ее. И... Пойдешь себе в люк пока что наш. И, видимо, Отошен хочет выйти на больный бой. Отдает спину Ковалькевич. Поднимает уж таки в столику. Мимо. Это все раунд был главный, но чуть посередине было Отошен. 10-9 в левую полю же. Just before the final horn, so she goes back to the stool. Now we'll see the extent to which she can recover. As many of you know, 60 seconds, not a lot of time. And let's see that again. Так, значит, второй раунд наш. Карли Бейкер в доме сегодня, спасибо вам. И у нас второй раунд. И сейчас же поплывет свою девушку друг друга. У нас сюда Отошен. Влад Ковалькевич. Тоже удал от Ковалины, Мишель подключена. Будет ли нокдаун? Это будет Ковалина Ковалькевич.
мимо вот этого самого. Пашмян. Не пропускает Отошин свою оппонентку. По ноге бьет Мишель. Попадает снова Отошин. Попадает Ковалькевич. Мишель подключена. Но очень осторожно польская девушка. Неплохо. И что надо, бой походу в преимущественном штольке. Хотя именно у девушек интересно посмотреть борьбу. Мимо Отошин. Попадает Ковалькевич, Мишель подключена. Не стала бить, сейчас думает о том, как выжить. Обе ожидают чего-то. Пашмян. Подавшный гет Ковалина. Апперкот. Мимо Отошина. Пашмян. Не пропускает Отошин. Влад Ковалькевич. Попадает снова в полячка. Пашмян. Влад Ковалькевич. Что это было? Понять я не могу. Было что-то странное. Тише, не знаю, что хотел сделать Отошин. Подошла Ковалькевич. Апперкот. Тоже перехватывает, начнем сейчас Отошин. Ну и жмат надрывается. И первый нокдаун наш. Первый нокдаун. Ну не стал добивать ее Ковалькевич. Вот Отошин. Не удалось сейчас. Сейчас что вам? За полячкой 19-19. Нам покажут эпизод с нокдауном. Here's a vicious kick that results in a knockdown. Let's look at it from a different angle.
Let's take a look at it from a different angle. То ж не вона, то воїна. Нам не слід шафутили. The lovely Brittany Palmer getting the round one assignment. Что-то прибавляло, и у нас прилетел вау. Опять прилетел друг к другу. Попадает Оттовашин. Попадает Ковалькевич. Мимо. Неплохо так было, Квачева. Влад Кулькевич. Влад Лотошин. Неплохо. Покажи вот. Вот он шел. Both fighters hanging down in the pocket and both landing. Showing that punch. Мимо. И подсюда мишель. И не удалось добить аж у Ковалькевич. Ну, он такой, вау, начинает более агрессивный. Каждый понимает, что надо сделать больше для победы. Линч. Попадает Ковалькевич, Оттовашин подключена. Удар в ноги от Мишель. Мимо. По ноге. Идет вперед Ковалькевич. So swollen now, you've got to wonder whether or not she's dealing with a fractured orbital. Oh, huge block for her, Joe. Snapped off the jab nicely there. Ковалькевич gets caught by that straight punch. You got to do better than that defensively. What's me on? She left her body wide open, Joe, and as such, she paid for it there. Beautifully placed and landed kick to the body. Поколку чтобы Мишель. Неплохо. Попадает Ковалькевич, Оттовашин плывет. Тоже дал ноги и чуть-чуть не хватает ей. Неплохо. Удар с локтем. Оттовашин потрясена. Очень сложная ковалина. Но и сбивает она сейчас свою оппонентку. Заключительная минута у нас пошла. Только переходы в борьбу не выходят. She's got some nasty bruising on her torso. Nice punch by Ковалькевич. Hand speed, man. Ну вот пауза, мимо. И Ковалькевич делает с ней что же хочет. Нажимал, нажимает, что на удал. Неожиданно. Шанс для Оттовашина.
Или нет? Походу, все-таки нет. Последние 10 секунд пошли. И 29-28 Ковалькевич. Идем решение Шули. Нам покажут лучшие моменты каждого из раундов. She was the better fighter here tonight, and you gotta think the judges saw it the same way we did. Что ж, посмотрим, что там лежат Шули. Resides with Bruce Buff. Ladies and gentlemen, after three rounds, we're going to the judges' scorecards for decision. О, подпомните ли чеки? 30-27, 9-28, and 30-27. И занимается Жан Шури, побежает Ковалина Ковалькевич. Сейчас гоним статистику и на этом закончим. Принимаю пожелания своей команды. You know, most athletes in this division just cannot keep up with her pace, and that was certainly the case yet again in this one tonight. Великиспо, 126 ударов из 336 или 338, не могу увидеть что-то, очень плохо подрешовано. Уолтерсон, 129 из 277, также из 338, у Ковалькевича 60 из 157 пассивным ударом, Уолтерсон 65 из 100 шелока, тейкдаун 0 из 1, 1 из 3, контролировал Уолтерсон 34 секунды, повалено. Первый 34-37, 16-16, 0-1-0 против 34-3 секунд. Второй раунд 48-46, 22-24, 0-0. И третий 46-46, 22-26, 0-0. И общий счет 30-27, 29-28, 30-27. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До скорого.